День семьи, любви и верности во Всеволожске ознаменовался парадом детских колясок. Идея необычного смотра родилась год назад. Организаторам хотелось чего-то нового, чтобы конкурс был оригинальным и в то же время интересным для горожан. Мы не старались добиваться того, что мы там первые, или просто достаточно интересно было. Ребята предложили, мы проанализировали, что это будет интересно. И вы видите, что происходит. Да? У нас в прошлом году было 18, по-моему, колясок, в этом уже больше 25. Но надеюсь, что и в будущем будет это мероприятие популярным. Мы хотели бы сделать его таким ежегодным. Как и год назад, о проведении парада колясок жители Всеволожска оповестили заранее, чтобы у участников было время на подготовку. Результат превзошел все ожидания. Детские коляски преобразились в автомобили, корабли, ракетные установки и даже в произведения кулинарного искусства. Готовились. Сначала мы сделали коляску, торт. А потом мы сшили фартуки, сшили колпаки. А еще мы напекли пряники. Раздавать будете их? Будем, да, угощать гостей и жюри, и ведущих. Парад стартовал на юбилейной площади, а завершился во Всеволожском городском парке у стен Центра культуры и досуга. Там, на специальном подиуме, состоялось праздничное дефиле.